Знаете, где находится центр Беларуси? Спорю, многие даже и не задавались таким вопросом. Честно говоря, я тоже пока не стала путешествовать. Это не приманка для туристов, а научно обоснованный факт. Географическое сердце находится недалеко от Марьиной горки, куда я сегодня и отправлюсь. Сегодня я собираюсь прокатиться на машине будущего. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Не про струнные инструменты, а именно про транспорт. Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Михаил Викторович, расскажите, что это за технология «струнный транспорт»? Это инновационная технология, отличается от всех остальных своей уникальной конструкцией, именно преднапряженной эстакадой, что делает ее легкой, красивой, ажурной, необычайно прочной. Ее ровность позволяет разгонять транспортные средства до скорости, ну, как минимум 500 км в час. 500 км? То есть, вот смотрите, мне как водителю сразу становится любопытно насчет безопасности. Учтены, я думаю, абсолютно все. Но, во-первых, путь абсолютно ровный, поэтому нету никаких кочек, на которых транспорт может подпрыгивать и сойти с рельсов. Есть противосходная система, которая не дает отклониться от заданной траектории, естественно. Затем отсутствует пресловутый человеческий фактор. Кроме этого, на этом же уровне не существует ничего, с чем бы транспортное средство в нашей системе могло столкнуться. Вот, допустим, автомобили движутся по дороге, по поверхности земли, где есть и общественный транспорт, автобусы, и поезда, и велосипеды, и все что угодно. И все это пересекается. У нас же все эти перекрестки на разных уровнях. Внешняя система напоминает канатную дорогу, по которой перемещаются кабинки. Только здесь они едут по рельсам-струнам, натянутым между специальными опорами. В разработке грузовой, городской и междугородний транспорт. В качестве личного транспорта мы можем предложить, например, юнибайк. В нем может быть от 1 до 3 мест в различной компоновке, могут быть установлены педальные узлы. А у нас даже в нем ездил и устанавливал тренажеры вице-чемпион мира по бодибилдингу, который здесь тренировал, прорабатывал практически все мышцы своего тела. Можно заглянуть внутрь? Безусловно, тем более, что там внутри все как раз под ваш цвет. Да? Да, и форма, и содержание. Прошу. Ой, как здорово! Подвесной вагончик оказался чем-то средним между машиной и мотоциклом. Только его водителю шлем не нужен. Собственно, как руль и коробка передач. Их тоже нет. А вот расскажите, туристы, как они могут посетить ваше предприятие, познакомиться с новыми технологиями? То место, где мы сейчас находимся, это центр испытаний, международной сертификации, демонстрации струнного транспорта. Это, естественно, закрытый, можно даже сказать, режимный объект. Но ежегодно мы проводим экологический фестиваль. Любой желающий может купить билет, приехать сюда самостоятельно, самолично опробовать наш струнный транспорт. Обтекаемый силуэт, футуристический вид. Кабинки похожи на космические корабли. Я решила прокатиться на воздушной маршрутке. Ехать в транспорте будущего очень комфортно. По ощущениям, будто паришь над землей. А как здесь, в принципе, все устроено в кабине? Есть климатическая установка, вот вы слышите звук ее работы. Жара на улице, у нас здесь, по-моему, прекрасная, комфортная атмосфера. В случае чего-то непредвиденного, звонок диспетчеру. Камера видеонаблюдения. Вот это дисплей мультифункциональный, где можно посмотреть видео, программу, получить информацию о маршруте и так далее. Никаких, естественно, рычагов управления здесь вы не найдете, потому что автоматическая интеллектуальная система управления берет на себя
все, скажем так, функции, связанные с движением. Так здорово, как в своем автомобиле едешь, музыка играет, расслабляет тебя. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать, что я ездила на транспорте будущего. Мне вспомнился фильм «Пятый элемент». Там тоже пользовались городским воздушным транспортом. Время покажет, сколько в проекте фантастики, а сколько реальности.